Всем здравствуйте, меня зовут Максим, мы находимся в магазине Moms Money. И сегодня мы с вами рассмотрим Hartan модели ESGTS Collection производства Германии. Если говорить уже о самой люльке, здесь у нас находится удобный солнцезащитный козырек, который вы можете открыть либо же закрыть. И здесь у нас находится удобная климатическая зона для того, чтобы проветрить саму люльку. Капюшон легко можно опустить без дополнительных кнопок и нажатий. Здесь у нас находится удобный бампер, который можно регулировать по углу, если вы будете переносить люльку с помощью этой ручки. Также сама эта ручка легко отстегивается, либо вовсе снимается с помощью двух кнопок. Также легко одевается обратно. Плюс здесь у нас идет накидка, которая легко снимается, либо просто откидывается, как вам удобнее, для удобной посадки ребенка. А внутри у нас находится 100% хлопок. Дышащий, приятный, плюс его можно с помощью молнии снять и постирать при ручной стирке 30 градусов. Также в комплектации у нас идет матрасик, и у него находится снизу подголовник специальный, удобный для кормления ребенка. Плюс сама люлька весит всего 2,5 килограмма, очень легко можно переносить ее вместе с ребенком. Сейчас мы с вами рассмотрим прогулочный блок, который легко ставится и снимается с помощью двух клавиш. Вот таким вот образом. Здесь тоже у нас идет достаточно большой капюшон с козырьком от солнца. Пятиточный ремень безопасности тоже обязательно сейчас во всех колясках идет. Плюс идет бампер, который точно так же легко откидывается, либо вовсе снимается. Вот таким вот образом. Плюс здесь идет подножка, которая регулируется по высоте. Плюс по углу. Плюс здесь есть полностью горизонтальное положение. Материал здесь идет 100% натуральный лен. Он достаточно идет приятный. И его достаточно легко будет постирать при ручной стирке 30 градусов в машинке. Тоже не проблема. Здесь у нас идет удобная кожаная ручка. Идет с телескопической регулировкой. То есть она подойдет абсолютно под любой рост. Абсолютно любому члену семьи. Если говорить о самих колесах, то у нас идут маленькие передние колеса. Но это поскольку идет городская версия Hartan, поэтому это не особо критично. Здесь они выполнены из полиуретана с воздушной прослойкой. И очень легко можно зафиксировать достаточно с одной стороны, с любой. Просто провернуть вниз специальный рычажочек. И они автоматически блокируются, когда становятся в правильное положение. И точно так же легко можно их разблокировать тоже с одной стороны, с любой. Если говорить про задние колеса, они идут уже побольше, выполнены из того же полиуретана, плюс воздушная прослойка. Легко снимаются одной кнопкой, которая находится у нас в центре колеса. Плюс идет удобный тормоз. С одной стороны нажимаем, чтобы поставить, и с другой стороны нажимаем, чтобы снять с тормоза. Это удобно, чтобы вы не пачкаете свои ноги и не портите обувь. Плюс идут специальные рычажки регулировки амортизации. То есть можно его затянуть, чтобы поставить более жесткую амортизацию. Либо же убрать, для того, чтобы ее сделать мягче. А теперь о том, как она складывается. Складывается она достаточно просто, с помощью телескопического механизма, плюс зажима специальной кнопки для сборки. Вот таким вот образом. В комплектацию этого Hartan у нас входит люлька, прогулочный блок с специальным демисезонным чехлом, который походит у нас в основном в прогулку, но можно использовать также ее и в люльке. Плюс у нас идет специальная сумка, которая крепится на ручку, в которой внутри идет москитная сетка. Плюс термочехол для бутылочки, который присоединен внутри самой сумочки. Дорожный пеленатор. И также у нас идет еще дождевик. Дождевик у нас прикреплен на саму раму. Находится снизу. Спасибо за ваши просмотры. Увидимся в дальнейших видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии с дальнейшими обзорами, которые вы хотите увидеть. И подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы увидеть наши дальнейшие видео. Всем пока. До новых встреч.